Привет, команда! Привет, зрители! С вами я, Пират, мы продолжаем играть в Факторио. И в этой серии я хочу поехать немножко постреляться. Я не знаю, какая это хорошая ли идея, это никогда не было хорошей идеей. Я могу ее надеть? О, могу. Тяжелая броня. 5.30, 10.30, 0.40, 6 из 30. А тут что? А, бонус. Размер сетки 5 на 5. Емкость щита. Короче, непонятные штучки. Я тут пока что по мелочам исследую. Скорость стрельбы. Урон. Потому что еду же все-таки сражаться. Энергетический щит. Куда его надевать-то? А? Я не хочу его Как это использовать, ребят? Помогите. Так, размер сетки 5 на 5. Я могу как-то открыть свою броню? Вот оно. Отлично. Опа. Оп. Как зарядиться? Надо еще один аккумуляторчик. Так, две батарейки. Сейчас за батарейками сбегаю. Надо еще две батареечки достать. Опа. Опа. А тут нормально так батареечек слушать. Так, какие три? Хватит одну. Тут печи делаются. Кстати, я новые печи понял, что я могу их делать, и так и не делал. Ладно, еще одну. И потом новые печи. Да. Надо нам их. Надо. Опа. Так. Прочность. 10 тысяч. Взрывной огонь физический. Бонус размера инвентаря. Размер сеточки. Чик-чик. Емку щита. Все, щит. Как зарядить батарею-то? Мне надо, что ли... подойти и за провода как-то не как заряжать, как себе зарядить. Алло, так, ребят, сложно, как зарядить батарейку. Хранить для модульного оборудования. Сейчас смотрим. Модульное оборудование. Аккумулятор хранит энергию для модульного. Окей, не то. Так, надо повтыкать. Что я пропустил? Робототехника. Портативный аккумулятор. Что-то должно же быть. Включить питание. Постоянный комбинатор. Сравнивающий. Блин, это сложно. Не знаю. Ну, вроде здесь нету никаких зарядок. Тут тоже нету. Также? Нет уж никаких. Аккумулятор. О, пойду втыкну пальцы вот в эти штуки. Это мне как-то поможет. А, не. Как его зарядить-то? Please. Электричество заряд. М-ка счета. Как зарядить мою броню? Это главный вопрос дня. Я не знаю. Радар. А я? Как себя подключить к столбику? Ну, точно не правая кнопка. F может. А?
Блин, ребят, сейчас я быстро загуглю. Что ж, не нашел я выхода, кроме солнечной батареи. Я не очень долго искал, просто хочу дальше играть. Так, у нас делаются, ладно. Блин, солнечная батарейка мелкая. Это значит, нам надо... Я где-то видел ее. Портативная батарея. Где-то ж видел, где-то ж видел. Это где-то в электричестве должно быть. Точнее, портативная солнечная панель. Во-во-во-во-во. То, что надо. Блин. Так. Ну, урон от пуль третьего уровня изучится. И мы, короче... Пойдем это. Пойдем. Солнечную батарею изучим по-бырому и пойдем стреляться. А пока у нас, конечно же, крафтится электронные печи, будем их улучшать. Так, ну тут у нас, в принципе, сейчас улучшений не требуется. Надо вот это улучшить. Чтоб... Да, вот эти печи мы поулучшаем первые. О май гад. Нифига себе печь. Она большая. То есть уже не получится, да? Просто взять и поставить ее поверх вот этой. Или стоп. Блин, что я наделал? Что-то я не то наделал. Что там надо? Ресурс и результат. А, ну тогда нам понадобится все-таки вот это. И результат у нас пойдет сюда, что ли? Так, где там? Сейчас, короче, сейчас, ребят, разберемся. Разберемся. Так, электрические столбы. Опа. И чё? О-о-о. Жесть. Она быстренько. Очень быстро нам все делает. Так, и что мне тогда делать, чтобы это все переделать, чтобы ничего не переделывать? Захотел, конечно, я. Получается... Нам надо расширить на две клеточки, чтобы это все быстро работало. Так. Вот эти две штучки сделаем. Но они не скоро, походу, сделаются. Так, ладно, подождем немножко. Что ж, я тут добавил еще несколько печей, чтобы все быстрее работало. И тут уже начало, как видите, скапливаться вот вся эта штука. Тут всего одна печь работает, в принципе, вот на эту, что у нас тут внизу. Вот на это, да? Блин, конечно, перепроизводство получилось. Сейчас у нас всего довольно-таки много и достаточно. Это замечательно, вау. Тут даже вот эти хватает. Смотрите, посмотрите на вот это. Что здесь происходит просто? Вот что здесь происходит? Ну, все понятно. У нас все есть, все отлично. А, синенькие бутылочки мы просто даже не тратим. Замечательно. Так, дальше. Я делал броню, которая у нас еще урон от пули исследуется. Блин, как же он долго исследуется. Я хочу повоевать. Возможно, стоит уже пойти пострелять, посмотреть, что там. Мы же в машине будем. Если что, смотаемся от них. Так, садимся. Там что-то готовится, да? Я не знаю даже, как стрелять. По-моему... на пробел.
За мной побежали. Опа. Чё это? Чё это такое? Блин, это наша машина, что ли? Она сейчас сломается? Да, походу ей сейчас капец, поэтому... Поэтому возвращаемся. Неудачный рейд получ... Воу-воу. Дверь не тут. Пират. Ух, тормози... Тормози. Тормози, тормози. Так, надо отремонтировать это все. Ремонтные комплекты. А, у нас есть два. Как это делается? У, замечательно, все. Отремонтировали. Так, я хочу отомстить этим тварям. Надо уничтожить их. Это обязательно. Так, где они? Вот на этих мы нападали, да? Блин, там просто... Вылазят какие-то странные штуки. Что это? Что это? А, это каменная глыба. Отлично. Что за предупреждение? Опа! Мы избавились от них. Отличненько. Что это тут у нас такое? Тут гуляющие. Тут небольшой поселок этих... Блин. Деревья мешают. Но водила я такой нормальный, видите? Нормально. Прям в дерево въехал. Классный водитель. Так. Еще вот это мне хочется убрать, потому что очень близко уж. Чё я там... Воу-воу-воу-воу! Ничего не видно. Ночью, блин. Ночью не хочется с ними воевать. Потому что ничего не видно. Ау. Еще какими-то камнями бросаются мне. Это мы уничтожили? Ау. Ау, подлагало. А, я въехал в дерево. Стойте, стойте. Я чё? Я не вижу ничего. Так, постойте. У нас жизни нету-то. О-оу. Все, нет машины. Доигрался я, доездился. Блин. Я видел, все не надо мне. Я все понял. Машинку мне убили. Капец. Блин. Доигрался. Ну что, экшена я хотел, получил экшен. Спасибо. Уже как бы да. Давайте солнечную батарейку изучим. Так, где-то тут у меня двигатели есть. Они еще делаются? Да, еще сейчас сделаем. Еще 6 машин можем сделать. А, я ж потерял все, что было в ней, да? Блин, хорошо, что я выжил. У меня ж все жизни. Или я ранен, или нет. У меня как-то это показано. Не, я просто не знаю. Так, за топливом надо съездить. Давайте за топливом съездим. И больше не будем. Оу. Так, не надо разгоняться. Медленно. Как будто мы сдаем направо. Так, как выйти? Enter. Enter сложно. Это что серенькое? Так. Сейчас отремонтируем эту штучку. Потому что жаль мне машинку мою.
Хоть я и врезался, в принципе, но все равно жаль ее мне. Так, тяжелая броня. Надо ее скинуть. Сложно, когда ты не видишь ничего, куда ехать. Ладно, тут оставим. Все, так, что там? В багажнике есть патроны, есть все, отлично. Идем. Я там патроны вроде перестал делать, надо снова поставить, чтобы они поделались. Так, где там они? Вот тут. Тут я патрончики делал. Красненькие, да? Да. Отлично. Да, сделались и сюда. Да, 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 да. Все, патрончиков нам надо. Это всегда хорошо. Так, у нас почти портативная солнечная батарея завершилась. Надо ее будет скрафтить. Это я сделаю перед следующей серией, чтобы уже начать с новой портативной батареи. В общем, мы пострелялись в первый раз, это круто, мне понравилось. Ну, правда, слабенькие какие-то они. Есть там что-то посильнее? Там только эти сильные, которые типа башни, которые стреляют по нам. А так все очень просто. А, тут смотри, недостача. Не хватает. Сейчас это мы исправим. Мы вернем как было. Вот так. Все, отлично. Бамс, бамс. И тут пошло, и там пошло. Ну, вроде все нормально. Проблем никаких. О, закончилось. Это что? Портативный термоядерный реактор. А это классно. Но пока что нет. Робототехника. Давайте робототехнику начнем изучать. Это тоже хорошо. Можно тут постоять. А, так у этого у нас инопланетный артефакт. А это что? Зачем? Я не знаю пока что. В общем, вау-вау. У нас много-много-много всего нового. Так, аккумуляторчики есть. Так, портативная эта штука. Процессор надо. И солнечные панели. А на солнечные панели нам надо... Сейчас достану. Сейчас, подождите. Легко и просто. Все собрал. Так, ну, в принципе, тут в ящике есть, да? Хорошо, что я это накопил раньше. Теперь оно мне... Так, процессоры. Заберем. Две портативные панели себе сделаем. Отличненько. И все будет отлично. Так. Вроде все нормально. Сейчас посмотрим аккумуляторы. Если они заряжаются или заряжены, то все шикарно. Они заряжаются. Они электричество тратят, значит, не все нормально. Так, я понял. Почему так? Потому что нам мало сюда идет. Ага. Тут тоже надо было исправить эти штуки. Тут вообще ничего почти не осталось. Вот это да. А тут уже перебор. Ладно, поставим как-то вот так. Вот тут вот так. Чтоб прям все собрать. И вот тут. Вот так я поставлю. Сейчас электричество проведу. Вот так. Так, и вот так. Все работает, кроме одной, да? Большая нет. Нам средненькую дайте. Вот так. Пускай себе работает. Все, отлично. Сейчас должно все быть намного лучше. Где-то у меня уголь был, не? Нету? Случайненько. Вдруг где-то уголь у нас валялся или нет? Я не помню. Так, это что за ящик? Ну блин, угля нет у нас, да. Кто бы такое вообще подумал, это можно сбросить. Деревянные столбы, они нужны для крафта более новых столбов, я не помню просто. Для средних нет, они вообще не нужны, поэтому их тоже можно сюда сбросить.
Тут еще дерево. Окей. О. Даже сюда не хватает. А потом, почему нет электричества у пирата? Надо, короче, обеспечивать это получше. Топливом. Вообще, у меня есть твердое топливо, которое намного лучше этого угля. Поэтому я не знаю. Наверное, можно его сюда пустить. Все будет замечательно. О, даже заряжаться начали после того, как все заработало. Отличненько. Ну что ж, давайте будем прощаться. Что там у нас? О, уже скрафтилось. Давайте вставим одну штучку. Оп. И что? А у нас ночь. Ха-ха, вам не повезло, и вы не увидите, как это у нас работает. Но увидите в следующей серии. Что ж, с вами был я, Пират. Если понравилось, ставим лайки, подписываемся. Всем пока. Думал, будут проблемы с синенькими. А у нас тут вообще никаких проблем. Просто все шикарно.